Не знаю, я, конечно, во-первых, не экономист, еще и не политолог, но мне кажется, может быть, это неправильно, это мое личное мнение, да, но чем труднее Америке, тем проще нам. Поэтому, ну, в каких-то своих, опять же, целях, наверное, глобальных, но я думаю, что кризис у них там. У нас потихоньку растет ВВП.